Развитие туризма и рекреационного кластера в Завидье стало одной из ключевых тем обсуждения на встрече губернатора Игоря Рудени и президента Владимира Путина. Подробности беседы глава региона рассказал в прямом эфире на телеканале «Россия-24». О дальнейших планах развития в следующем материале. Туристско-рекреационный кластер в Завидово сейчас активно развивается. Приводится в порядок дороги, подъезды к населенным пунктам. Также уже построен ряд современных объектов туристической инфраструктуры, что позволило создать еще 340 рабочих мест. Планы на будущее не менее масштабны. Планируется создание отелей, горнолыжного склона, детского парка и других объектов, рассказал в прямом эфире на телеканале «Россия-24» глава региона Игорь Руденя. Для нас проекты по созданию аквапарков, гостиниц по доступной ценовой категории, это трехзвездные номера, четырехзвездные номера, три гостиницы, которые строятся, это очень важное направление работы. Также сейчас идут переговоры, мы об этом уже сказали, проанонсировали, компании «Союз мультфильм» о создании парка, там же в Завидово. Очень важно, что все эти мультики, они имеют глубокое содержание, на них выросло уже несколько поколений, наши дедушки, бабушки, мамы, папы, мы. В рамках недавней встречи Игоря Рудени и Владимира Путина президенту был представлен макет по инвестиционному проекту «Завидово парк». Также Владимир Путин ознакомился с ходом строительства речного порта и транспортно-пересадочного узла в Завидове. Эффективность вложения бюджетных средств в туристическую и логистическую инфраструктуру центральной части России на полном контроле главы государства. Ведь два этих направления плотно связаны между собой. Отдельно надо сказать, что президент уделил внимание строительству и ремонту дорог, строительству железной дороги, тому, как работают наши российские компании, какие применяются строительные материалы, откуда мы берем рабочую силу, соответственно, какой уровень заработной платы. Развитие речного туризма по Волге – одно из важных направлений. Оно позволит открыть возможности отдыха для жителей как Верхневолжья, так и соседних регионов. Напомним, что в Тверской области строительство и ремонт дорожной сети ведутся каждый год. И темпы только нарастают. Возведение речного порта стартовало еще в 2020 году, а открытие состоялось в сентябре этого года. Туристический кластер Завидово на берегу Волги является одним из популярных курортов у жителей ЦФО.